Каково это жить с сурикатом? Да-да, у меня есть сурикат, все умиляются, говорят, хотят такого же, но никто не видит, какой демон скрывается за этой милой моськой и что происходит с моей квартирой. Во-первых, будьте готовы, что он все копает. Вот это мои стулья за 5000, а вот так выглядит шелковое постельное белье. Кстати, кровать мне пришлось тоже сменить. А это мои стены, ему не понравились, как были приклеены обои, поэтому он решил сделать ремонт сам. А еще он очень любит мою косметику, даже один раз красился. И любит красть мои вкусняшки, его вообще не остановить. А еще все, что стоит на столе, будет на полу. Шкафчики, куда он залезет, будут открыты, и все будет вывалено на землю. Зато он очень любит смотреть телевизор, в особенности мультики. Что не сказать про цветы, потому что если он их достанет, будет примерно вот так. И, кстати, да, это только цветочки. Смотри продолжение этого трэша в следующем видео.